не кенда, что-то там фли, флиппин. Кендра, да? Да. Прикольно, мне нравится рама. Ну ладно, да, рама прикольная. Направо? Всего. Ой. Смотри, я купил. Зато на таких мостиках на этом лучше. А то на МТБ там можно было бы по ручкам. О, кто готов проехать? Давай. Нет, тут в начале, конечно, не очень. Типа, ой, легкий велик, короче, да. Можно на плечо закинуть. Да, вот так. Не понял, куда карта показывает. Крутится туда-сюда. Ух. Озеро. Волны, ветер, короче, не слабый. Согласен? Да все нормально, он нам не тронет. Точно Тёму не любят собаки. Чуть сзади не накинулась. Облагородили. Тут такие домики. Мы по дамбе ехали. Снести может. Опять-таки, чтобы выехать. Асфальт отличный. На столичное шоссе. Какие хобби они.
да. Остановит, нет. А не, остановит. Остановит еще и как. Ах, чуть-чуть дальше. Ты чуть-чуть такого. Ой. Такое по... Песка по колено. По колено. Ну уже километр проехать, я говорю, ладно. Ну еще КМ. Ты если будешь строиться, можешь брать здесь песок, если он будет. Вот так. О, ну да. И погнал. Немножко песочка. GPX. Не, Оскар? Не, GPX View, Viewer. Он не ведет, не ведет. Ну, точку? Он ведет по маршруту? Ну да, вот я... А, то есть он показывает, там через 400 метров... А, не, через, ну, поэтому не... Он просто показывает. Издевательство. Как же налево. И шо тут? Ага. А он давай съедем. И тут мало людей, не завтра. Никаких входа, ничего. Вон трасса уже все сумма. Сюда на машине просто заехал. Нормально мы его опустили, ты что говоришь? Да. И сейчас и ближе сел на зубы. А вы не сильно спустили седло? Смотри. Вот это не по рельсам или лежит?
включу. Настрой свой. Включу режим. Метрический ключ включает. Режим. И, кстати, можно будет чуть-чуть поднять дуалу. Ну, рутся. Ну да. Ой, вот вынос все. Забирает. Я раму. Нет, давай поменяемся. Тут смысла нет особо менять трансмиссию, потому что ну, это гравийный циклотрон. Для асфальта 40-11 хватит вполне. Нормальный такой торчок. Смотрю, что... А, не, это не то место. Ты говоришь, за отходить? Да, то я... Это не то место. Вот если мы, типа, не ехали на подготовку, мы приехали оттуда. Ага. Подгорцы норм. Подгорцы, конечно, норм. Но ветер, блин. Как ты без очков? Я понимаю, что под горцах, по берёзам там. Как ты без очков едешь? Мне, блин, в очках пылюка летит. Во-во-во. Порывы ветра. Готовы разнести остановку. Растерял бутерброд. Все, на канале. Смотри. Ветер капец сегодня.
просто жесть. Наверное, самый сильный за весь месяц. Сейчас покажу, какие волны на озере волны. Везде пыль столбом. Короче, какой-то апокалипсис. Обрывает провода, валяет деревья. Такой легенький. Деревья тоже недавно повалило. Ну, поехали прям. Типа, чтоб не на центральный вход. Байк страдает от сегодняшней погоды. Сидуха отвалилась, короче. Такой ветерок нормальный. Да. Он был хороший. Все.
пробка на въезд в Варвары. Там, оказывается, уже подготовились на въезде. Мерят температуру, но пока не меряют, просто пропускают. Пропускают, но дорога заужена.